Всем привет, с вами Артём Ларшкин. И в этом видео я вам расскажу про вот такой вот фингерборд для начинающих тэджи-дек. Я его купил своему брату на день рождения, он только учится кататься. У меня вот такой, это совсем простенький. На нем очень легко научиться делать олли. Также у него в комплекте идет отверточка, 4 дополнительных колесика, которые очень круто вращаются. И очень крутые наклейки Toe Machines. Что тут за маленькая ножка?